Друзья, всех приветствую. Поступает к нам в продажу вот такой вот Suzuki Jimny, он же Mazda AZ Offroad. В данном кузове представлен именно Mazda AZ Offroad. В таком вот хорошеньком состоянии, 13-й год, с низкой ноздрёй, со свежей, вот такой вот. Уже очень даже неплохо он смотрится. Стоят рейлинги. Стоит магнитола на андроиде, супер чистенький салончик. Установлена сигнализация Пандора, магнитолка на андроиде, все вообще шикарно здесь работает, вот такая сигнализация, автозапуск, турботаймер, все есть, подогрев ушей, кондиционер заправлен, работает, салончик уже идет с новыми подголовниками. На самом деле, вот скажу вам, как владелец четырех таких Jimny в прошлом, салон здесь, они поправили, здесь он реально удобнее. Вот такая магнитолка, все работает, механика включается четко, все покажу дальше видео. Все любят в Jimny смотреть тазик. Ребята, давайте так даже сделаю. В идеале. Вообще нигде намека даже на ржавчину нет. Ни тут, ни тут, ни там, ни здесь, нигде. Все в идеале. Салончик перед продажей мы пропылесосим, все помоем, очистим. Все было хорошо. Потому что машина к продаже не готовилась. Есть какая есть, скажем так. Стоит литье, стоит хорошая резина, всесезонная. Поэтому в данном случае все как-то так. Давайте на нем и прокатимся. Я вам покажу, как включается коробка. На самом деле, чем мне нравятся такие машинки, здесь коробка настолько мягкая, что с ней справится даже девочка. Вообще без каких-либо проблем. Вот поставили заднюю, и все, и поехали. Я скажу честно, я тот еще ездок на коробке, но в данном случае я могу ездить на коробке и держать телефон одной рукой. И скажу еще так, такие машины, наверное, как Suzuki Jimny или там вообще 07, рассматривать нужно только на механике. Объясню почему. Потому что они намного экономичнее, намного резвее. То есть, когда вы на автомате ездите, у меня их 3 штуки было на автомате. Это первый Jimny на механике у меня. Я скажу честно, я больше никогда в жизни не куплю Jimny на автомате. Потому что это настолько унылая вообще дичь по сравнению с механикой. Механика, она прям очень сильно лучше едет, очень сильно, и жрет очень сильно меньше. То есть я заправился на 600 рублей недавно, просто ради эксперимента, и я езжу уже 4-й день. Коллеги, это вообще, что за праздник щедрости нам от Jimny? Давайте мы поедем в другую сторону, сейчас ребят пропустим. Сейчас я покажу вам, как здесь включается 4WD. То есть мы с вами просто подъезжаем, допустим, у нас с вами есть какое-то препятствие. Мы берем, ставим, ну, ручник можно ставить, можно нет, держим кнопочку 4WD. Все, 4WD активировано. Здесь 4WD, это пониженная. Также держим кнопочку пониженная, пониженная. Пониженная, чтобы включилось, надо немножко нам проехать. Все, вот понижайка. Вот, все, да, пониженная. Прям чувствуется, что пониженная очень, очень низкая. Я бы так сказал, ребята. Это вообще очень низкая пониженная. Но она здесь нужна. Это же полноценный джип. Вот сейчас 4-я. И очень она хорошо едет. Очень прям. Это, видимо, это нужно в лесу для таких машин. Также сюда нажали, все, пониженное отключилось, 4WD тоже отключили. Все, теперь у нас заднеприводная машина. Все здесь делается максимально просто и без каких-либо проблем. Поэтому, ребята, звоните, интересуйтесь, буду рад помочь. Машина полностью готова к эксплуатации. Единственное, конечно, нужно масла вам будет поменять. Но это в любой машине, которую вы купите, нужно поменять масла. Выглядит это все вот как-то так очень красиво. Мне очень нравится Jimny. У меня с этими машинами реально любовь. Еще раз повторюсь, белый цвет — это, наверное, один из самых практичных цветов для леса и для
вообще каких-то поездок, потому что на нем реально не видно коцик. У меня все джимни были темные, я мечтал в свое время о белом джиме, но, к сожалению, не попадалось ни вот таких вот вариантов. Ну, то есть, посмотрите, в каком состоянии ковер. Вот все здесь очень такое чистое, мягкое, то есть прям хороший, ухоженный аппарат. Поэтому, ребята, звоните, интересуйтесь, буду рад подсказать, помочь, прокатить, ответить на любые вопросы, прям любые диагностики, и все это дело мы тоже без проблем организуем, потому что машина, ну, реально в достойном состоянии, и не требует она никаких ремонтных работ, никаких вложений, ничего такого. И для города это, да и для города, и для отдыха прекрасный вариант. 100 км в час он едет, вообще не напрягаясь, по... едет везде. Ну, рассказывать о проходимости Suzuki Jimny, наверное, это уже лишнее. Все это прекрасно знают, что эта машина, мягко говоря, очень проходимая. Прямо очень. Из-за своей ширины, из-за того, что у него два неразрезных моста, из-за того, что у него куча всяких плюшек, типа пониженной. Очень крутая машина. Свозит вас на все отдыхи, которые только можно. И еще раз повторюсь, механика, расход 5 литров. Но если выбирать автомат и механику, выбирайте всегда механику. Потому что, во-первых, это надежнее. Во-вторых, механика сильно экономичнее, потому что автомат жрет минимум 13. Минимум 13 литров жрет автоматный джим. Поэтому тут в данном случае вам необходимо тоже об этом подумать. Все, что вам рассказывают, где он жрет меньше, это все ложь. Всем спасибо. Если что, звоните, буду рад.